Полная тишина, приглушенный свет – самые верные друзья врача ультразвуковой диагностики. От того, насколько правильно будет прочитано темное пятно на экране, зависит дальнейшая схема лечения пациента. Тишина, понятно, для чего. А темнота, потому что мы смотрим на экран, и, конечно, свет будет мешать. И так картинка черно-белая. И, конечно, при чуть-чуть приглушенном свете, конечно, лучше видно. Ультразвуковое исследование дает врачам информацию о текущем состоянии здоровья пациента. Спектр обращений широк. Бывают порой довольно интересные случаи. В основном, конечно, УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства. Также актуально очень исследование сосудистой системы, потому что участились случаи раннего атеросклероза, тромбоэмболии, когда орган расположен нетипично, и тут приходится уже его поискать. Тут и стоя, и лежа, и так, и вот интересно. Получить талон на ультразвуковое исследование может каждый. Открыть тайные двери своего здоровья решила я. Постоянная головная боль или головокружение – тоже весомый повод для обращения в кабинет ультразвуковой диагностики. Исследование сосудов шеи поможет терапевту или неврологу поставить диагноз. Ультразвуковое исследование сосудов оценивает сам ход сосудов, правильный ли он, прямолинейный, на наличие каких-то извитостей, перегибов. Сегодня область применения ультразвукового исследования уже практически безгранична, но с каждым годом открываются все новые возможности этого метода. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.